еще разделов. Спасибо. Праздником вас, великим учеником!
Днем Победы. Свое выступление вам дарит свои песни Людмила Комиссарова. Thank you.
исполняют участники коллектива эстрадного танца «Молодой». Thank you.
по 100 грамм на танцы. Да, нас... так вам можно? Так нам тоже можно? Нет? Да. Почему нет? Ну, у меня типа хорьяки, да их не видно. Кого? Ног. Ну, ноги меня красивые, не надо. Привет, Свете, скажите. Света, привет. Скажите, Светка. Светка, привет. Поздравляю с праздником. С праздником Победы. Мы ей покажем. О, Света, твой батька воевал. Не приедет, да? Вы в этой бабусе хороша. Две белорусские народные песни, выконная солистка ансамбля. Галина Близнец. Ходила, блудила, там за гаем. Вы сегодня так выглядите? Да, спасибо. Такая яркая. Ну да, до свидания. А теперь я буду петь попури из песен прошлых военных лет. Для того, чтобы сократиться, я буду петь один куплет, один припев и следующие песни. Поскольку эти песни очень знакомы, я бы желательно было попросил вас подпевать вместе со мною. Давайте споем. Бьются в тесно. Прошу вас. Дорогие мои земляки, мне было приятно сегодня встретиться с вами. Такой радостный для нас день. Спасибо, что вы приняли от души хорошими аплодисментами мой коллектив, которым я руковожу уже более 12 лет. Всего вам доброго, мира и счастья вам. Большое спасибо. Помыть ножки.
плаче люском, плаче девка голоском, я не плачу, і не є, ніхто замуж не бере. Мальчики возьмите, берите с собой. Все, с собой.
студии, созданной при районном доме культуры. Встречайте, Максим Надумович и Ольга Войнилович. Обретет. Войди и будь.
светом нам всегда горит, и поймешь, душа твоя отчаянно ждет.
Ты лишь прости нас, что не получилось.
звать Тиму малую. Ты, 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 ты
Чайковский и Алексей Лесковец.
Это нам потом можно посмотреть. И купить отрывки. Посмотри, что у тебя можно. Обижаюсь, это значит, продолжаюсь для тебя, продолжаюсь.
продолжается наша любовь. Три дня тебе не кается, три долгих-долгих дня, пора прийти покаяться, что, мол, извиняешься и попросить прощения у меня. Обижаюсь на тебя, обижаюсь на тебя, вновь и вновь. Обижаюсь, это значит, продолжаюсь для тебя, продолжается наша любовь. Yeah.
что каждый твой день. Ой. Начинался с меня. Просто так.
звездочку достану, моим на память подарю. Обо мне целый скажу, сердцем чистый, без сил. И я вошла, небо сказочно красив. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Без сердца, как без сердца, жить не состоянии. Клипа хорошо. И вечером приходи, и вечером. Да, вечером. Я как раз в шапочке буду работать. А, микрофон есть? Микрофона нет. Ты ждешь меня, хорошая моя. Старый клён, старый клён стучит на дно, приглашая нас с тобою на прогулку. А чего мне так светло от того, что ты идешь по берегу? Я не устоять, эй, моя,
как без них прожить? А вот скажи, скажи, без них там мы куда? Да просто никуда. И до рассвета их носят на руках, и мы опять готовы другим оставлять. Свое начало, свое тепло берут от той беды. С праздником вас, дорогие друзья, с великим Днем Победы! Как настроение? Нормальное. Да, 9 мая, да. Видите, праздник. Все радуются. Порохом пропал. Спасибо. Праздник Победы отмечает. Не получится? Получится. Спасибо, буду дякой. Поколение. Здравствуйте. Будущее. С праздником, да? Да. От молодежи. Ну все, счастливо. Ну все, спасибо. Ой, я вас спасибо. Ну я ж не вас снимаю, а ваши ножки. А, это же они были, когда здесь выступали, с НБТ снимали. Земляки. Мы жены. Ну, со школы с классом не пойдете? О. На телевидении девочки. К нам в гости приехали. А остальные пошли? Ну, наверное. Такие, такие они были в молодости. А то уж старости становится. Через лет 30 снимем. Чтобы их в старости еще снять. Ну, говорите.